Генеральный спонсор программы «Место происшествия» – интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Простой поиск, оптовые цены, наличие в магазинах. ЕА43.ру. Просто заказать, легко купить. 100 литров алкогольной косметики изъяли сотрудники полиции в магазине на улице Ленина. Правда, такой парфюм вряд ли решит проблемы, например, с морщинами на лице. Скорее, наоборот, продукция продавалась для других, менее эстетических нужд. Клиенты принимали косметику внутрь, чтобы попросту опьянеть. Тему продолжит Сергей Пичугин. Информацию о подозрительном магазине промтоваров сообщили очевидцы. Им показалось странным, что посетители торговой точки едва ли не пачками скупают сомнительный парфюм. Информация граждан нашла свое подтверждение. В продаже находится 15 наименований спиртосодержащей продукции, значит, без каких-либо документов. Значит, на самой продукции нет ни даты разлива, ни разборчиво, значит, плохая нанесена полиграфия, неразборчиво дата производителя. То есть идентифицировать данную продукцию с документами невозможно. Ассортимент невелик, но явно пользуется спросом. Здесь и лосьоны по уходу за кожей лица, и средства для волос, и тройной одеколон, от запаха которого предполагаемая сотрудница магазина едва не падает в обморок. Все это продается с нарушениями, о чем полицейские и сообщили продавцу. Тоже вот смотрите, дата разлива отсутствует. Здесь нету, невозможно продукцию идентифицировать с документами. Надо сказать, сотрудники магазина заботливы о покупателях. Эта надпись ясно гласит: пить парфюм нельзя. Однако очевидцы, позвонившие в дежурную часть, уверены, лосьоны и одеколоны покупают вовсе не пациенты врачей-косметологов, а любители выпить хоть чего-нибудь и, желательно, незадорого. Для проверки данная продукция будет изъята и направлена в ВКЦ МВД России по Кировской области на предмет нахождения в содержимом отравляющих веществ. Полицейские изъяли около 100 литров косметики. В отношении предпринимателя составили протоколы. Теперь он может получить штраф и лишиться своей продукции. Сергей Пичугин, место происшествия.